Всем привет, с вами я, Крейгер01 YouTube. Сегодня будет распаковка Ford Bronco. Вот такой классный джип. Теперь у меня пополняется коллекция джипов, потому что я их тоже собираю, мне нравится. Коллекция Zen Now, третья из 10 машинок. Из этих 50 у нас сотая. Вот. Очень красивый Bronco такого оранжевого цвета. Вот. Сейчас я его распакую и вам покажу. Кстати, он у нас 2021 года, 05-го. Вот. Новая машинка. Я уже распаковала вот такой он прекрасный Бронко. Кстати, мне нравится его подвеска. Можно сказать, сейчас покажу даже. Вот. Вот, видите, у него немного... Типа, немного подвеска так срабатывает. Ну, типа, вот. Он у нас 2020 года катается. Отлично, он такой у нас высокий достаточно. Сейчас его покажу на подставке. Он уже на подставке. Такой Бронко у нас. Мне он очень нравится. Все проработано. Конечно, фары у него не проработаны, но все равно. Машинка нравится. Вот Бронко надпись. Это лошадь здесь нарисована, если я не ошибаюсь. Вот. Запасное колесо и сзади, как у обычных джипов. Вот. Конечно, фары не прокрашены, жалко. Но вот так. Ну, лично машинка нравится, вот. По салону я сейчас скажу. По салону он у нас левосторонний, вот. В общем, такой был обзор на машинку Ford Bronco. Всем удачи, всем пока.